Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала, Дмитрий у микрофона. У меня 38 температура, и наконец-то, можно сказать, так отдыхаю дома. Вот тут я уже в прошлой серии, я просто не играл 5 дней, и в прошлой серии я отбил вот эту точку. Но тут, видите, я ход пропустил и забыл, как записать и сохранить это. Вот, и тут пришли новые войска. Вот современный так и остался, вот эти ребята пришли. Они с нянюшками, там, видите, Муна, Шмель, и тут тоже нянюшка, Кай и прочая бильбурда. Так, здесь у нас в находке проблемы, как вы видите. Так, вызвать мы никого не можем. Конец хода тоже сделать мы не можем. Вот, в принципе, посмотрите, у нас 5. Шоковый батальон танковый. Ударный, то есть. Батальон маринесов. И противовоздушной обороны тоже батальон. А нет, это не батальон. Танковый батальон. И воздушная поддержка. Штурмовики воздушные. Тоже. Так, у нас очень мало пехоты. Со стрелой есть, конечно. Джекогдай есть. А со стрелой у них сколько, интересно, патронов 6. Так, дельту я так не буду сосредотачивать на дельте свое внимание. Извиняюсь. Так, давайте начинаем бой. Очко у нас приблизительно одинаково. Из-за того, что у нас есть новые свежие силы по типу танков. Так, ми мы ставим где-то сюда, возле улицы, чтобы сразу наш командующий мог взлететь. Так, поддержка, вот воздушные силы. Нас интересуют как раз, как раз воздушные силы. Вот так пусть будут ребята стоять. И вот эти силы. Вот. Так, пехота. Пехота может быть как Джека Гдая на вертолетах. Ну, можно 2 штуки поставить, чтобы они долго задержались. Там. Вот, вот так. Но дальше мы должны вот здесь организовать оборону. Так, снабжение. Сначала поставить какой-то танк или БМП. Вот БМП поставлю. Извиняюсь. Так. Вот ТОП-55 может накрывать их огнем. Еще один ТОП-55 здесь огнем может их накрывать. Так, другие танки, как Чомахо-2, то есть, буду тут. Поддержка стрела. Будет тоже вот тут, 2 стрелы. Вертолеты мы потом вызовем. Так, ЗТЗ. ЗТЗ, бронебойность у них слабее. Но не во всем послабее. Но нужно все равно их взять. С разведки. В разведке пока ничего. Так, вертолеты. Ганшипы. И разведленный, конечно, мы возьмем вертолет. Так, Чомахо. Ну, конечно, и разведку мы здесь поставим. Воздушную разведку. Так, начинаем бой. Все пусть выгружаются. Я забыл здесь ребят поставить, но ничего, сейчас они приедут, прилетят, то есть. Так, стрела пусть будет здесь, они нужны больше всего. Эти пусть, где они, вот, пусть взлетают и разведают сейчас сначала территорию. 9 очков у нас, так что это неплохо. Так, вертолет, ганшипы, так, пехота сначала. Вот эти ребята. Так, нету очков развертывания. Вот тут. Вот эти по 40. Эти будут больше стоить. Их можно здесь высадить. Хотя они слабые. По пехоте. Пехота будет на коршуне. Вот здесь. Можно даже еще пехоту вызвать сюда. Пусть больше в городах держится. Так, вертолеты. Вертолет один пока вызвать. Нужно. Так, чего ждем? Так вот, есть. У нас намного слабее войска их, не Т-80, а у них... У них очень хорошая броня, настолько хорошая, что мы их почти не пробиваем. Так вот, К летят. Так, посадка, выгрузка. Сразу выгружаем наших ребят и взлетаем. Так, стрела. Стрела справится с этими ребятами? Так, вне досягаемости. Так, сразу выгрузка этих из БТР.
Так, и ми пусть улетают. Так, вот сразу полетели ракеты. Вторые. Ох, БТР. БТР зацепило. Так, разведку тоже нужно. Сюда. И два вертолета. Так. Выгрузка. Также коршун можно здесь поставить. Вот как-то так. Вот. Так, стоп. Так, БТРы едут. Так, сбили опять. Вот БТРы. 60. Но коршун должен справиться с этим всем. Это же БТРы не имеют крупнокалиберного вооружения. 14 мм только пулемет. Так, вот, видите. Вот, сейчас этот БТР, все. Проблем нет. Так, напалм. Интересно, он далеко действует? Ну, посмотрим еще. Так, что здесь? Тут вертолеты, какая-то разведка. Так, Ми-8. Слишком велик угол. Ага, угол слишком велик, чтобы стрелять. Можно даже еще одну стрелу сюда было послать. Пехота. Ой-ой-ой, все. Он все сбил наш вертолет. Так. Вот это проблема. Ну, мы его сбили. Слишком долго он что-то выворачивался. И наши что-то слишком долго целились. Так, у нас один только ганшип. И то он в шоке. Так. Вот так можно, чё махо взять. Сюда тоже можно чомаху вызвать. Ну, я возьму ЗТЗ, будет получше. Вот, Ми-8 летит. Так, стоп. Ну-ну-ну-ну-ну. Видите, как мы их гасят. Ну, ракеты-то ничего не сделают ему. Вот эти противотанковые еще может что-то. Ну это. Так, назад. Так, выгрузка. Так, наши чомаху стоят. Вот Т-80 уже отсюда едут. Так. Вот и проблема. Сбоку мы их еще поразим, но это. Вот, мига. Миг поразили. Так, снабжение здесь нужно. И это обязательно. 4. А, я сколько взял? А, 3 только есть. Так. Так, они нас обстреливают, и кто-то серьезно так. Коршун. Коршун уже взялся за это дело. Так. Шок. Смотрите, как он точно выстрелил на ходу прям. Так. Есть, элита. Здесь избили их самолет. Но тут проблема еще махо. Смотрите. Второй модификации. 3 штуки осталось. Так, танки. Можно 2 ветерана вызвать. Так, стоп. Так, мы их отовсюду-то стреляем, но... Толк. Толку мало. Смотрите, наши долго перезаряжаются. Вот, Индикогдай уничтожен, Ми-4 уничтожен.
Вот уже наши могут стрелять. Это наконец-то. Сколько времени им понадобилось? Так. Вот, сейчас этих, этого только. Ребята, давайте. Есть. Все, отлично. Половину очков мы им съели. Так, танки можно и опять выводить. Где-то сюда. Ой. Так, коршун у нас пока держится. Так, по пехоте. Еще пусть несколько коршунов выйдет. Сюда. Так. У этих ребят паника. Они не понимают, что с ними случилось. Так, ну мы им так нормально их потрепали. Главное, что мы убили главное звено их танков. Мы сейчас посмотрим, там еще они могут выйти. И много даже их может выйти. Ми-4. А где-то Мишка осталась. Вот. Ми-8. Я о нем забыл совсем. Так, стрела здесь осталась. Кстати, по кому-то стреляли даже. Черт, жжет глаза. Температура. О, наши уже на коршуне едут. Так. Круто выглядит. Они не думают нас атаковать? Если они пойдут в последнюю очередь нас атаковать, в последнюю минуту, это будет очень отлично, потому что они не успеют убить всю мою пехоту. Мы тоже так нормально потрепали их. Уничтожили нормальный войск. Так. Так, по снабжению. Нам нужно снабжение еще. Какое нам нужно снабжение? Вот это карга. Вот так. Так, посадка. Они компьютер подступили. Хрен его знает, что он может придумать сейчас. Так. 100 миллиметров, ЗТЗ тоже 100 миллиметров, а наши Чумахо... Чумахо 115 миллиметров, вот почему они лучше. Черт, уже температура поднимается еще больше. Сижу, главное, в термобелье. Футболка, термобелье. Этот, как его. Вот в этой хрени сижу. Все равно мороз идет. Так, они нас не думают атаковать. Вот это прекрасно, ребята. Нам главное выдержать их атаку. А потом, вы видели, сколько мы их им танков убили. Они нам почти ничего не сделали. Так, вот-вот-вот-вот, приближаются они. Так. Ну, наши криво, как всегда, стреляют. Все, сбили. Так, этот ганшип. А, он уже все сделал, что ему нужно. Экипаж пошел пописать. Пописали нормально. Так, это что, Ми? Господи, сколько их там? Что-то за атакой вертолетами. Поддержка. Так, нам нужны больше стрелы. Стрела один. Смотрите. Господи. Мы им фак. Что это было? Идем на разведку, может кого-то увидим. Так, этих ребят мы уже можем выгрузить. Вот, поехали их ребята. Все, их ребята уже выехали. Так, разведку нужно сюда. Побыстрее. Так, К-28, они что-то там зависли. Так, ремонт идет. Бардаем стрела, ремонтируется, все ремонтируются. Так, стоять. Так, бардаем стрела, убегай. Что это за говно? Вот, мы им немножко... Но они опять спокойны. Вот, тут уже беспокойны. Они уже поняли, что шутить так нельзя после того, как по ним попали. Так, чё, Махо почему-то он не стреляет. Так, ракеты пошли.
Так, Т-80. Тоже что-то стоит. Мы его пробить только не можем. Так. Отказ в оптике. Вот это хорошо. Но стрелу нужно отозвать. Так, вертолеты ихние. Ох. Все, пошла жара. Пошла просто жара. Вот, Ми-8 и Ми-9, господи. О, какие Ми-9? Так, убегает. Все, не успел. Так, смотрите, 1200 очков у них осталось. Это эпически просто. Эпически. Есть. Тур-конкурс. Вот, с конкурсом будет проблема. Ну, мы его убили. То есть, их убили. Так, можно спрятаться уже вглубь. Так. Все, я сбили опять самолет. Так, коршун. Так, ребята, отступайте. Так, наши немного жишка отодвинулись. Ну, пусть на себя пехота берет главное дело, главную работу. Тут у нас много пехоты, можно им немножко пожертвовать, так сказать. Так, опять ЗТЗ уничтожены. Нужно побольше их прятать. Получше прятать, то есть. Так, стрела, стрела может быть уже здесь стоять. Так, пусть улетают ребята. Т-62. У нее тоже неплохая броня. Боевая машина десанта. Так, боевая машина десанта. Они как-то очень хорошо уничтожают наши войска. Господи. Так, посадка. Есть, опять уничтожили их СУ. Так, ЗТЗ. Ну, ЗТЗ никого не пробивает просто. Ну, боевые машины дивизии, конечно, они могут уничтожить. Но смотрите, огнем просто наших накрыли. Так, наши откинулись. Ми 4 главное, чтобы не уничтожили, а то много очков заберет. 2 минуты осталось. ВДВ. Так. Так, 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 так. Нет, блин. Смотрите на это. Они просто прорываются. Так, карго. Быстрый марш отсюда. Те ребята тоже пусть быстрый марш делают. Коршун. Ну, коршун могут как раз выдерживать оборону. Извиняюсь, ребята. Так, Т-80 нас повсюду окружает. Так. 80% мы убили ихних для победы. Так, вертолет наш уничтожен, твою мать. Так, коршун. Коршун что-то пытается там воевать. Так, вот. То. Но не выдержал удара. Так. Танков нужно побольше. Опять Чомахо пусть. Так. Наши пусть. Вот тут. Господи, спецназ ВМФ еще атакует нас. Мы тоже много очков потеряли под конец уже. Это уже достаточно. Так, бардам стрела пусть вот тут. И Пунгхай эти вот тут стоят. Так. Наши танки пока держатся. Нужно что-то делать. Ну, вызываю этих разведывательных ПТ-76. 40 секунд осталось у нас.
вертолетами их не уничтожаем. Но если это будет победа, будет очень хорошо. Так. Уведем мы его или нет? Нет, не уведем мы этого парня. Так, 90% очко мы уже получили. Так. секунд. Они не успеют, спецназ не успеет добраться к нам. Нужно убегать в середину, давайте, ребята. Максимальная скорость. Так, стоп. Есть. Просто отлично. Так, они потеряли 3 боевые группы. 3 самолетные группы. Так, у них нету уже прикрытия самолета. Смотрите, сколько сбили. Су-27С 2 штуки потеряли. Ил-102 2 штуки. Су-25 4 и МиГ-4. Так, потеряли пламя у вас, Ми-8Р разведленный, спецназ ВМС, ВМФ, у них еще есть разведка, Т-80А, у них тоже есть разведка, ой, какая разведка, 6 танков, то есть 2 Тунгуски, 2 Бирюзы, одна, то есть Бирюза. Так, ВДВ у них есть, Птур-конкурс, это проблема он нам предоставит. И их не К-29. Но К-29 не будут уже для нас проблемой, потому что у нас есть эти ракетные войска. Вот. Это уже проблем у нас почти нету. Смотрите, мы нанесли урон 3345 очков, а не только 1800. Вот, мы отбили атаку. Вот такой был бой. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Пока.